Только что мы имели возможность посмотреть матч Трест-Фома и Локомотива. Паста! Гол! Забивает он в губ свой... Иван Арбузов. Иван Арбузов отличился. В атаке нефтяник. Давайте посмотрим. Вот один из первых моментов может получиться сейчас. Удар дальний. Ой-ой-ой. Гол! Из главных организаторов вот, как раз таки этого клуба футбольного. Нефтяник. Ой-ой-ой. Момент хороший сейчас. Назревает у нефтяника. 2-1. Выход. Давайте посмотрим за этой атакой. Будет ли удар? Да удар пока дело не такое. Удар. Гол, 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 гол. Да, дубль Никита Фенченко, да, все правильно. Ну и все, Никита Фенченко у нас дважды отличился у нефтяника. И пока что счет 2-1 в пользу команды из Советского округа. Ну, здесь и самолет можно увидеть так. Подача, штрафной, опасный очень у нефтяника, ой-ой-ой! Гол! 3. Это у нас Игорь Якубенко отличился. Вот. Рамиль Асанов рядом со мной, игрок нефтяника. Рамиль, с победой. За счет чего удалось вот переиграть Омгупс? Ребята были все-таки, наверное, чуть по скорости получше, может быть, во втором тайме. Но вот все-таки устояли. За счет чего? Спасибо, Валера. Ну, за счет чего? За счет самоотдачи, наверное, прежде всего. За счет форварда Никиты Фенченко, который... Я считаю, очень вообще, прям, ну, на опыте, что он, молодец, парнишка. Решил, забил 2 гола. Так. Сергей Уткин занимает и место в воротах, и может нападение подключаться. Как можете прокомментировать его? Ну, Сергей Уткин, наверное, на травме, наверное, я думаю, он уже давненько у нас. Вот, он и на мини-футбол тоже, ну, редко приходит. Ну, хорошо, что сегодня он был, получилось у него. Впереди борьба за тройку, матч с Трест-Фомом. Достаточно обидные поражения были, 1-7, 1-5 в летнем сезоне от Трест-Фома. Но в прошлом зимнем сезоне там молодежный состав обыграли 5-2. Вот какой настрой на этот раз будет на Трест-Фом? Боевой, я думаю. Боевой, я думаю, надеюсь, что соберемся в полном составе. Вот, ну, я думаю, соберемся, да. Николая Бузина не хватает, наверное, да, все-таки? Да, что-то он там прибавил, что ли, что-то такое. Вот. Матч с Таврией еще впереди. Таврия, друзья, какой настрой будет? Таврия пока показывает какие-то, ну, не очень удачные результаты. Таврия, но... мне кажется, такая команда, ну, хорошая. Я помню, они к нам приезжали на домашний стадион в летний. Да, 6-2 тогда выиграл нефтяник. Да. Нормальная команда, хорошая. Спасибо большое, удачи. Пока.